корабля и очутился на Сочинском побережье. Сочи, в отличие от многих других беспортовых городов, очень даже портовый город. Именно поэтому здесь можно встретить самых настоящих пиратов. Причем не только морских. Здравствуйте! А у вас какие фильмы есть? У нас все фильмы есть. Да? А что вы нам с другом порекомендуете? «Голубая лагуна». Да не, мы не такие. Ну тогда Чапаев. Не, Чапаев старый. А еще что-нибудь есть? Нуха интересует. Что? Нуха! Да нет, не надо мне про ухо. Вот фильм, фильм «Бригада», про что он? Это строительные работы у Панина на даче. Да нет, это неинтересно. А вот исторический фильм, я название не помню. Ну про что он? Ну там, в общем, рабы восстали. Штирлиц. Да нет, там у них предводитель еще был. Афоня. Нет, Спартак его звали, о! Ну, как фильм называется? Ну, я не помню, там еще гладиаторы такие полуголые. Нуха интересует. Да что вы с этим ухом привязались-то, а? Ладно, есть фильмы ужасов. Какие? «Ночь мертвых мертвецов». «Гланды Люцифера». Нет. «Лучшие подкаты Анопка на DVD». Не, ну это старое, это все видели. Ну, возьми отечественные. Какие? «Упырь из Кисловодска». Не, не хочу. Тогда «Вий». «Вий» старый тоже видел? Ну, возьми «Вай». А что такое «Вай»? Грузинский «Вий». Нет, не хочу. А у вас есть «Матрица»? Сейчас посмотрю. Нету. А, жаль. А «Крестный отец»? Продали, сынок. Жалко. Ну, хотя бы мультфильм какой-нибудь. А какой вас интересует? Ну, про Винни-Пуха. Нуха интересует. Да нет, я вот про животных фильмы люблю. Белый бин, черная... Нуха. Точно, ухо. На, возьми. Простите, а где здесь Бим? Здесь и Бим, и Бом, и Шипокляк в чулочках. Бери давай.